Больше не нужно стоять в очереди, чтобы купить проездные билеты. Теперь можно банковской картой оплатить проезд в автобусе, трамвае и троллейбусе. Таким способом уже несколько лет пользуются пассажиры метро. Наконец, появилась одна карта для подземного и наземного транспорта. Сейчас 5 договоров уже активно в работе. Я надеюсь, что в ближайший месяц все банки, которые работают с метрополитеном, подключатся также и к наземному транспорту. Это 25 банков. В обращении сейчас, вот, по данным метрополитена, 250 000 карточек. Мы надеемся, что при расширении услуги на наземный транспорт количество пользователей этой услуги еще увеличится. Такая система оплаты уже подключена по всей Москве. Достаточно приложить карту к валидатору, чтобы со счета списалась ровно стоимость одной поездки без каких-либо процентов банку. Также система автоматически считает, сколько билетов приобрел пассажир, и начисляет скидку. Чем чаще вы пользуетесь общественным транспортом, тем дешевле обойдется каждая поездка. Банковские карточки, они удобны тем, что денежки есть на ней, можно ездить на любом маршруте практически, можно не покупать билет. То есть используешь свою карточку и ездишь в любом направлении, очень удобно. Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно обратиться в свой банк. Там вам выдадут отдельную карту со специальным транспортным приложением. Не будет проблемы при утере такой банковской карты. Ее можно заблокировать, просто позвонив в банк. В ближайшее время эту систему запустят и на присоединенных к Москве территориях.